Давай, отмечаем незаконные действия нынешних городских властей, принявших решение по запрету проведения митинга в поддержку Саида Амирова, намеченного на 12 апреля 2014 года. Подобные действия власти противоречат Конституции Российской Федерации. Такие действия властей создают напряженную общество и могут натолкнуть народные массы к стихийным массовым акциям протеста. Этот народ защищает свои права и свободы со всеми возможными способами, как это произошло и происходит по сегодняшний день на Украине. Мы обращаемся к президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу, генеральному прокурору Российской Федерации Чайке, председателю Следственного комитета Бастрыкину, требование привлечь к ответственности виновных лиц органов муниципальной и государственной власти города Махачкали и республики Дагестан в массовом нарушении конституционных прав дагестанцев и запрета проведения митинга в поддержку достойного сына дагестанского народа Амирова Саида Джапаровича. Амирова Саида Джапаровича знают все как достойного настоящего мужественного дагестанца. Бандиты хотели установить свой порядок, он не допустил этого. В 99 году, когда международные террористы напали на Дагестан, он организовал интербригаду, организовал сопротивление народа и не дал расчленить Российскую Федерацию и Дагестан. Поэтому этот человек истинный патриот, истинный дагестанец. Поэтому народ поддерживает его. Независимо от того, что противостоят власти, не дают. Вот видите, ОМОН вокруг организовали, хотя была мирная акция у нас. Не разрешили. Уважаемый Владимир Владимирович, мы обращаемся к вам. Установите конституционный порядок. Дайте, чтобы в Дагестане народ имел право выражать свое мнение. В последнее время здесь бесправие. Никто не может выразить свое мнение. Даже не дали кинотеатр зайти. Нас не хотят слушать. У нас здесь целый беспредел. Владимир Владимирович, откликнитесь! Амиров! Нам нужен Саид Джапарович Амиров! Нам без него плохо! Помогите, пожалуйста! Обратите на нас внимание! Саид Джапарович Амиров! Свободу! Амиров! Свободу! Свободу! По надуманным преступлениям его привыкли к ответственности. Никаких преступлений он не совершал. Наоборот, он боролся и против преступности, и против беспредела. Нас не хотят слушать. Вот Абдулатипов. Абдулатипов не пускает. Это что такое? Он президент или кто? Почему он говорит про наш Дагестан, что мы бараны?
Он президент, он должен, переживать за наш Дагестан, за наших земляков. Мы дагестанцы, нам нужен Саиджав, мы не рабы, которого он говорил, что я освободил вас от рабства. Ничего он нас не освободил, мы были не рабы, а сейчас мы в данный момент, мы рабы. Он говорит так. Где закон? 5000 пенсии я получаю. Закон, что ты сейчас здесь заработал? Отец, а в каком законе ты говоришь, что все это было? Закон они пропилили все. Всем тем, кто собрался здесь в поддержку нашего любимого, сильного, воинственного, настоящего мужчины, отца Дагестана, героя России, нашего Саида Джапаровича. От лица молодежи Республики Дагестан я хочу выразить Владимиру Владимировичу Путину и сказать в свой комментарий, сказать ему следующее. Пожалуйста, мы вас очень просим, уважаемый Владимир Владимирович Путин, отпустите нашего легенду, нашего спасателя, нашего отца, нашего родного, близкого, проверенного! Я вас прошу убедиться на полное освобождение нашего мэра бывшего города Саида Джапаровича Мирова! Верните нашего героя, верните людям своего героя Владимира Владимировича! Верните героя Дагестану! Заберите этих стукачей, сволочей отсюда, верните Дагестану своего героя Владимира Владимировича. Свободу! 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 Кто поставил город на ноги? Кто защитил Дагестан от ваххабитов, от террористов, экстремистов? Забыли? Сегодня власть имущие. А мы, простой народ, об этом помним. И будем помнить всегда. Верните Саида Джапаровича. Я слышу. Кассеты выжимают, они забирают сотрудники. Кто? Сотрудники. Сейчас. А вы кто? Очень многие недовольны нынешним руководством нашей республики, потому что много что высказывает и говорят руководители управления нашей республики не выполняется. То есть нет авторитета, дагестанского авторитета, который нужен дагестанскому народу.
Саид Джафарович был львом Дагестана. Если его характеризовать, его характер был как лев. Конечно, каждый человек идеальный не может быть. У него тоже где-то какие-то ошибки были. Но в целом этот человек много делал. Он никогда не думал, как некоторые сейчас днем и ночью думают, как продать наш Дагестан. Распродать его, предать его. Стою. Сюда иди. Сюда иди, бля. Что такое? Российское телевидение? Где российское телевидение?